Хотите получить халяву на сайте MyCSGO? При пополнении в поле промокод вводите STR777 и получайте халяву в виде 35% к пополнению своего баланса. То есть, захотели пополнить на 1000 рублей, вводите вот этот промокод STR777, который в описании под этим видео, получаете 1350. Если ничего не вводите, получаете свой косарик, который хотели. Поэтому обязательно вводите этот промокод и получайте халяву. Здорово, братушаточки, всем привет, всем доброго времени суток, всем хорошего продуктивного дня, веселого настроения. Сема сегодняшнего ролика, Тема сегодняшнего ролика, ребята, я нахожусь в игре CS GO 2. Я хочу поиграть в напарники, но не просто поиграть. То, сколько я киллов выбью, столько тысяч я закину на сайт MyCSGO и буду крутить кейсы. Но есть одно но. Я взял у друга аккаунт. Я не знаю, какое здесь звание. Я у него просил, чтобы звание было самое минимальное для того, чтобы выбить много киллов, для того, чтобы много денег закинуть на сайт MyCSGO. Поэтому вам, ребятки, приятного просмотра. Подписывайтесь обязательно на канал. Наваливайте себе много вкусной еды и с кайфом смотрите. Стребер, подписка, лайк. Начинаем. 3 звезды у человека есть. Бакса. Я не знаю, честно говоря, если у меня получится набить хотя бы, это же напарник, я тут всего 9 раундов, ну, суммарно 18, даже не 18, 16 раундов будет, если будет ничья. Если за 16 раундов я набью 16 киллов, то есть каждый раунд я буду давать килл, то, соответственно, мне придется закинуть 16 тысяч рублей сюда. Вот мне еще не очень подходит вот это вот разрешение. Поняли, да, о чем я говорю? Вот это 16 на 9 я не очень люблю, я больше люблю типа 9 на 16. Так, покошмарим немного АФКшников, потому что к этому разрешению я привыкнуть не могу на самом деле. Ребятки, приятного просмотра, давайте будем начинать. Постараюсь набить максимально много количества киллов, чтобы закинуть много-много тысяч рублей. Привет. Блять, 3 раскида просто обосрал. Ах, сука. Один килл есть. Идем дальше. Так, раунд номер 2, ребята. Смок мы накидываем на шорт. И на лонг кидаем мы флешечку. Выходим сюда, даем просто по башке. Рахатляны. Даем второй килл и просто забираем этот раунд. Тем временем 3 килла, уже 3000 я должен буду закинуть на сайт MyCSGO. Обязательно буду депать, кстати, с промиком, чтобы халяву залутать на 35%. Самый максимальный промокод. Так, идем дальше, применяем точно такую же тактику. Кидаем на смок, ой, на шорт смок, на лонг флэш. Тащ. Вот так вот, просто. Просто 3 звезды, вот, ну, вот так вот делаю. У меня уже 5 киллов, ребята. Фиолетовый что-то ничего не делает. Братишка, ты когда что-то будешь делать? А, зачем мне что-то делать, если ты все делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот, нахуй. Так, получается, сделал 1 килл. Ребята, у меня 6 киллов уже, это вообще красота. 4 раунда прошло, 6 киллов набил. 1 к 3 идем практически. Лонг ласт. Шорт прикрой. Ну что, ребятки, 7 киллов залетает ко мне в мой таб. Я чувствую, что игра будет достаточно такой интересной. И покрутим мы потом кейсики достаточно интересно. Давай ориентироваться, 15 киллов делаем, вообще будет хорошо. Я, в принципе, готов пятнашку закинуть. Кайфануть, почему бы нет. Флэш дал. Ну вот, опять я забрал, блядь. Опять я забрал. Что-то как-то все легко идет, братишка. Ребята, 9 киллов, я чувствую, ну, еще 2 раунда у нас затеров. Еще потом за КТ... Сколько будет, получается? Еще раундов 4-5. Я чувствую, могу набить более чем даже... О, наконец-то меня убили на лонгу. Но он красный, иди забирай его. Чувствую, что киллов 15 точно будет, короче. Да бля, я хотел, чтобы он сгорел. Смотри, курочка сгорела. Курочка наги.
Да, он в библиотеке. Ну все, ставь пачку рахатляны спокойненько, прям не торопясь, братишку, заряжай. Ой-ой-ой-ой-ой, хорош, хорош. Красавчик. Ребята, 10 киллов. Тем временем 8 раундов отыграно, еще 2 раунда нужно отыграть. Ну, если я даже сейчас двоих заберу два раза, это будет 14, блядь, 15, один хрен не смогу сделать. Ну ладно, ничего страшного. У меня есть тактика за КТ. Беру молотов, беру флешечку и просто... Я покажу вам тактику. Я шорт иду. Мы берем молотов, откидываем его вот так от стеночки, закрываем. И вот так вот просто делаем. Раз, два, опа, двоих забрали. Отлично, отлично. Вот это тактика. Кидаем сюда молотов, он прилетает вот сюда. Он просто закрывает пуш противников. И мы спокойно уже можем подойти, отыграть и мид забрать. Также, если, грубо говоря, 3-4 раунда так делаете, можно потом уже на 4-й раунд просто пойти вот так вот через тоннель. Тьфу, блядь, через апарты. Потому что, скорее всего, они будут ждать уже тебя. Подожди, не торопись. Не торопись. У меня КС вылетело. Спасибо. Ну что, ребятки, 13 киллов я набил, 13 тысяч, сейчас я задепаю на сайт MyCSGO. Для вас секунда, для меня минут 5. Ну что, ребятушечки, 17 804 рубля лежит на моем балансе на сайте MyCSGO. Это всеми любимый сайт MyCSGO. Прошу прощения, вебку забыл выключить. Включить, точнее. Когда будете депать на сайт MyCSGO, в поле промокод вводите STR777, в поле суммы вводите сумму. Я вот сейчас халявно просто получил, как видите, 4,5 тысячи рублей на свой депозит. Короче, 17 тысяч на балике, 13 киллов добили. Предлагаю, что сходу вот так вот, пятерочку биткоин мы вот так вот открываем. Посмотрим просто, что у нас по шансам. И сегодня можно ли на что-то рассчитывать или не стоит на что-то рассчитывать. Но первый дропчик хороший. Первый дропчик, по-моему, проклятие попу может стоить нормально. Да, он стоит нормально. В принципе, 8800 это 0. Минус 190 рублей. Говнюк. Такое мы не приветствуем. За 17 тысяч много смотрел на самом деле вот эти вот кейсы. Они, да, они могут так купить нормально. Но тут есть вот эта вот шляпа в виде P250 ядерной угрозы, которая меня капец как настораживает. Я бы сейчас с кайфом хотел, конечно, да, открыть сразу на весь баланс вот этот кейсик и выбить, не знаю, какие-нибудь перчаточки там за 35 тысяч, да, огненные змеи, там унитайджи или поток информации или что-то еще. Но, блин, страшно. Хотя давайте попробуем. Я просто верю в систему на сайте MyCSGO, окупил-слил. То есть, грубо говоря, если сейчас он нас сольет, то мы пойдем в какой-нибудь майнинг кейс и в любом случае вернем свой баланс хотя бы 1013 точно. Поэтому 17 тысяч я сейчас плачу за открытие одного кейса и посмотрим, что нам выпадет. Ну, блядь, только не распространение. Вот хотя бы перчатки за 7 тысяч еще интереснее было. Просто минус 12 кусков ты сейчас мне оформил. Это, конечно, куска говна. Ну, как еще можно отреагировать на такое? Больше никак. 6 тысяч. А давай попробуем, знаешь, что сделать? У нас есть вот такой замечательный кейсик. Easy Knife называется. И, в принципе, он сейчас может нам поставить пару ножей. Если он поставит, это будет хорошо. Если хотя бы один поставит. Кто-то там, блядь, пиздец ножей выбивает. Офигеть. О, навах одна залетает. Это плюс 8 тысяч. 9. Это плюс 9 тысяч, это плюс деньги. Так. О, нифига. Давай-ка попробуем его крутанем. Чё? Охотничий нож. Что происходит? Что происходит? Почему он по 200 рублей стоит, я не понял. Какой-то, походу, произошел баг. Но ничего страшного, сейчас я к вам вернусь. Ребятки, извиняюсь за неполадки. Я просто отошел. Короче, на MyCSGO какой-то произошел баг. Я не знаю, что это за баг, что произошло. Короче, выпадают ножи по 200 рублей. Охотничий нож волны, который стоит, ну, в районе 20, но выпадает за 200 рублей. Я вот так вот думал, дай-ка проверю, думаю, дай-ка повыбиваю их. Повыбивал, попытался вывести не получилось. Он предлагает замену на скины, которые стоят по 200 рублей. Поэтому, ну, это... Тупо, короче, просто баг какой-то произошел. Скорее всего, вот этот скин чем-то заменился. Скорее всего, вероятнее всего, он чем-то заменился. Ну ладно, не будем на это отвлекаться. На нашем балансе, ребята, 11 тысяч рублей. Выпадает нам еще 2 ножа, охотничий нож волны. Стоимость 400 рублей, мать его. Нет, а если без шуток, залетишь какой-нибудь другой ножик? Вообще реально здесь выбить какой-нибудь другой ножик? Вот с этих кейсов, кстати, по-моему, я не раз... А, нет, я один раз выбивал. Коготь, по-моему, выбивал с этого кейса, вот этот вот. Либо не с этого кейса, но какой-то коготь точно я выбивал. И с другого кейса я выбивал очень много навах. А здесь интересно реально выбить что-нибудь прикольное, типа помимо... Блять, я все думаю, что ножи падают. Короче, ладно, глюк есть глюк, ничего не поделаешь. Сейчас я попробую, знаете, что сделать? Где он у нас? Где эти у нас кейсики? Кейсики за 7,6 рублей. Я уже думал, может быть, зайти просто, ну что, навах, отлично. Штук 100 таких засейвить просто и потом в поддержку написать, типа, вы что, охренели, что ли? Типа, что за дела? Я, то есть, выбиваю в ножевом кейсе, выбиваю ножи, а вы мне сейчас предлагаете замену? Это же не мои проблемы, тогда давайте мне мои ножи.
Еще одна наваха, 24 тысячи, ебать, Вася, ты куда сыпешь нахуй мне? Так, чувак открыл ножевой кейс, неплохо за 23 тысячи. Ребята, 24 куска на моем балансе. Знаете, что хочу сделать? Открыть еще раз вот этот кейсик за 17 тысяч рублей. Где он у нас? Ну-ка. Ну, где ты, блядь? Во, 17. А, слушай, нам хватает за 23. Что у нас за 23 по наполнению? Самый дешевый 1800. Понятно, нахуй. Вот полимерные листья прикольные. Из него можно крафтить много чего интересного. Вот если сейчас он мне выдаст что-нибудь, типа 20 плюс, короче, я буду выводить. 23 куска я просто отправляю. Не дай бог, сейчас ты мне выдашь 5000, я, блядь. Графит сколько? Сколько графит стоит? 13, блядь, это слив. Это слив. Почему ты по КД сливаешь минус 50%, блядь? Что за дела, я не понял. Биткоин 5 раз открываем. Фуй, блин. 8000. Ну, хотя на 8 и открыл. Изи нож. Изи нож. Ни один нож не залетел. Еб. Ладно, что, походу 13 тысяч просто слив сделал. Ну, а что поделать? Ну, а что сделать? Нет, хотя смотри, не хочется меня сливать. Все равно наваху. Нож все равно наставляет. То есть он пытается держать меня на моем балансе. Типа 11-13 тысяч рублей. Но я-то не хочу выводить 11-13. Давай просто насыпь мне что-нибудь там за двадцатку. Двадцатку я еще выведу. Прикольно. Отлично, еще одна наваха. 18 тысяч. Еще одну наваху дай вот сейчас. Прямо сейчас. Вот сейчас еще раз я крутану. Наваху дай по-братски. По-братски. Вот давай. И... Нет, окей. 17 тысяч, ребята, на моем балансе. Ну, давай, что, попробуем что-нибудь за 1400 открыть какой-нибудь кейсик 10 раз. Этот Marvix 1700 тысяч. Вот давай. Вот это. 10 раз. Поехали. Керамбит волны, красивый. 5 тысяч на моем балансе остается. Нужно что-нибудь прям такое дорогостоящее выводить. Перчи 12-ку. Ну, в принципе, нас уже окупает. 19 потратили. 11. Давай фастиком. 13-ка на моем балансе лежит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вкусно насыпал. 11 тысяч. 11 тысяч. 25 на балике. Вкусно насыпал. Это очень хорошо. Так, знаете, что хочу сделать? Где у нас мой любимый кейсик Team Spirit? Всегда я его ищу через поиск, потому что есть тут поиск. Team Spirit. Поехали. 10 раз. 19 тысяч просто за 10 открытий открываем. Мой любимый кейсик на самом деле. Самый лучший кейс по выдаче дропа. Его сейчас нахваливаю, он сейчас нихуя не даст. Смотри, это же просто закономерность. Когда человек нахваливает кейс, когда блогер нахваливает кейс, нихуя ничего не дается. Минус трешка. Давай еще раз. Еще раз. Нормально уже. Навали только, блядь. Хорошо. Вот это хорошо. Вот это вкусно. Вкусно просто, блядь. Авик оставляем, гамму волны оставляем. Вот это продаем, продаем. Кошечки оставляем. 21 тысяча, еще десятка на балике. Поехали, 5 раз открываем. Давай, что-нибудь тысяч за 7, за 10, нахуй, просто насыпай. Одним скином, одним. Императрица пойдет, красная линия. Хорошо, трешка, трешка. Ну, слушай, будем выводить, почему бы нет? Это же все денежки, это же все денежки. Давай, разочек еще открываем. Василиск нам выпадает, заходим сюда. О, это что такое? Это что за ширп? Что-то я что-то не продал, что ли, или что? Не люблю, когда беспорядок в инвентаре. У меня частенько бывает, что какие-то скины остаются. Так, 27 тысяч. Ну, вот этот Василиск он мне не нужен, я его поэтому сейчас лучше продам. Вот так. И у меня 1500, это как раз ровно на 2 открытия вот таких вот замечательных... Ой, на 20 открытий, точнее, замечательных кейсов. Если бы наваха сейчас еще мне залетела, было бы прям вкусненько на самом деле. Это было бы прям очень-очень хорошо. Так, поехали. 760. 10 раз мы открываем этот кейсик. Хотя бы один ножичек еще дай. Если я плюсом нож еще вытащу, это будет прям, ну, мега камбэк. А, стой! Стой! Ну, хорошо же. Ну, хорошо же, моя маленькая. Ой, радуешь ты меня сегодня. Радуешь. С утра пораньше. У меня 8.50. Хорошим настроением меня вот порадовало сейчас. 3.75 еще остается. Еще одна наваха залетает. Слушай, это может быть в связи вот с этим багом, что ребятам там ножи просто сыпятся подряд по КД. Просто вот так вот, смотри, по 200 рублей. Там они, наверное, сутся сейчас жестко. Нож, нож, я потом буду просить, чтобы вывели, а их потом просто обосрут. Ребята, 43 тысячи рублей с 13 я буду выводить. Про промокод не забываем. STR777 дает плюс 35% к пополнению вашего баланса на сайте MyCSGO при пополнении от любой суммы. На 1000 пополняете, 350 халявно получаете. Этот промокод на протяжении всего ролика был над моей головой. В описании под этим видео вместе с ссылкой на сайт MyCSGO. Я с вами не прощаюсь. На экране 4 ролика. Кликайте на один из них и продолжайте просмотр моего контента. До связи.